Всем привет! У нас появились новые поставщики рыбы из города Львова. Это интернет-магазин Golden Reef. И сегодня мы получили первую живность. И сейчас мы будем распаковку делать, делиться с вами эмоциями. На самом деле мы даже не знаем, что здесь. То есть здесь какое-то количество кораллов, несколько рыбок. И вот сейчас мы это все посмотрим. Ты сядешь наконец-то уже или нет? Ну блин. Давай, начинай открывать. Да, мы коробку снимем. Надо было достать вот так. Ну да. Папам. Так. Что же у нас тут есть? Да, ладно. Окей, босс. Я что-то вижу, что-то красивое, похожее на пахиклавулярию папайя. Думаю, это она. Если мы это разберем по домам все, или это будем все-таки вот? Слушай, давай мы, все-таки у нас скоро, ребят, выставка, коралловая пати. Это не выставка, а коралловая пати. И мы очень рады, что у нас есть кораллы теперь. Это еще не последний коробок, который будет до выставки. О, зонты. Зонты, блин. Прям коральчики, коральчики, опять зонты, все пофраговано. О, я вижу рыбок. Я вижу клоунов. This is the clown fish. Там водичка течет. Да? Класс. Ну, а модные клоуны? Нет, это пока обычные. Давай ведрышко, вот клоуны. Расоковаевич покажет. А еще я вижу пакет с чем-то очень много огромным. А, это саркофитоны, это сексуальные саркофитоны. Сейчас класс. Я не знаю. Класс, мы очень любим мягкие кораллы, саркофитоны в том числе. Ребятушки, дорогие мои, любимые, ну на вот эту позицию мы сразу введем, как этот, запрет Тарас Николаевичем. Я просто хочу, чтобы они жили у нас в студии. Это очень крутые платины. Платины, очень красивые, модные клоуны, блин, очень красивые. Прям красивые. Еще один есть? Да. Держите его, держите его. Я знаю, где ты живешь, Тарас Николаевич. Все, по-моему, платин уже у нас нет, ребят. Ну ничего, мы к выставке закажем еще новых. А вот еще, ребятки, пришли Starfish. Звезды. Звезды очень красивые, упитанные. Ребята рассказали мне, как их кормить, прикармливать. Опять какие-то фаветосы. О, куча. Мы очень много фаветосов получили, кстати. А что там? А там всякие ОПСы. Вот фаветосы, фаветосы. В общем, кучу фаветосов. Золотые эти звездочки, звездочки. Когда-то обещали приехать к нам на выставку, что-то еще привезти, чтобы что-то было поторговать на выставке. Мы оставим ссылку в описании на их сайт. И что, будем переводить, перекапывать, оптимизировать, адаптировать и уже покажем в аквариумах вам коральчики. А рыбки, надеюсь, все-таки я смогу удержаться и не убежать с ними домой. Перед тем, как кораллы мы поставим в наши фраговики, в наши аквариумы, мы на них посмотрим, мы их обработаем каким-то средством. У нас есть DeeperX от MarineCraft, ну так как мы уже научный опыт. То есть мы их обработаем, переведем. Для этого Денис создал вот такую вот маленькую системочку. То есть это аквариум с черным фоном. Аквариум с черным фоном. Мы поставили туда светильник Джибао. Мы поставим, нальем воды той, с которой она приехала. Немножко добавим своей. И просто просмотрим их внимательно. Дадим какой-то час. Мы выставим кораллы. По цветам посмотрим, чтобы они открылись. И посмотрим на наличие всего, что нам не нужно. И потом уже, когда мы обработаем средство, мы добавим, поставим наши фраговики. Итак, ребятки, смотрим.
Вы помните, друзья, я говорил, что в этом аквариуме скоро будет рыбка, а возможно, очень модная рыбка. И вот эта модная рыбка, вот она здесь, здесь и сейчас. И сейчас мы ее выпустим. Да-да, давай. Па-пам! О, какие они красивые.